Всем привет! Меньше, к сожалению, прямых эфиров. Но я, как и вам, кстати, желаю, советую. Конечно же, советую, желаю. Больше уделяйте своей личной жизни. Вот именно так сейчас весна, лето, личная жизнь на первом месте. Ну, конечно же, если вам что-то очень срочно надо решить, какой-то вопрос, особенно судебным, бизнес-делами, денежными вопросами, ну и куда еще деваться, с любовными так и быть, то лично обращайтесь через WhatsApp. Вижу, когда вы пишете, либо неопределенное, я не понимаю, что вы от меня хотите, чем четче будет вопрос, тем быстрее и лучше будет для вас же ответ. Это что касается и прямых эфиров, и сеанс, и сновидений, и вопрос с картам. Ну и просто в WhatsApp. Если вы четко напишите, зачем вы написали, тем быстрее я вам отвечу. Потому что я такой же человек, как и вы. Ничем не отличаюсь. Живой, руки, ноги, все есть. Но через меня общаются высшие силы. Записывайтесь на сеанс, если вам действительно это очень важно. Если так повеселиться, сори. Все, что вы узнаете от высших сил, нужно обязательно перекрыть денежной энергией. Это нормально. Иначе заберут здоровье. Я всегда говорю это. Поэтому встречаемся теперь все чаще и чаще только в WhatsApp. К сожалению, прямые эфиры. Весна, лето. Давайте дарить себе эмоции личные, уже непосредственно на улице, на природе. Сейчас майские праздники будут впереди. Поэтому с любовью, с большим пониманием к вам. И пусть все у вас будет отлично.